В отдел полиции по Советскому району с заявлением обратилась 27-летняя девушка, менеджер дополнительного офиса микрофинансовой компании. По ее словам, неизвестный, лицо которого было скрыто медицинской маской, а на руках были надеты перчатки, ворвался в помещение организации. Угрожая применить оружие, он потребовал отдать все деньги из кассы. Довести умысел до конца ему помешала сотрудница компании, успев нажать тревожную кнопку. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый сразу был установлен и доставлен в отдел. Им оказался 41-летний житель пригородного поселка Махачкалы, который в ходе допроса сознался в содеянном. Мужчина задержан по порядке статьи 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело, статья 162, часть 2 УК РФ «Разбой».